Блин. Ну, там нужно прям за спину, то есть не прям где-то за фрейм, а именно прям вот за спину убегать. Потому что он клевый. Босс какой-то переапанный чересчур. Да ничего не переапанный, просто, блядь, нужно все правильно делать. Давай мы его себе заберем. Шамика вам дадим. Ой, давай по-другому. Ну, нам на пул как бы нужен на самом деле. Давай смекалку тогда. Смекалка, там смекалка есть. Да, там срез на 5 минут и пошел. А, Саня есть с нами? Да, Саня с нами. Не заметил. Поэтому смысла нету даже начинать. Мы ждем среза. Шамика не надо, потому что он там, блядь, не был. Он, блядь, сейчас будет тупить. Кто был в комнате, блядь? Никто. Шамик стрим где смотрел. А на этой неделе собрание падал диск? Падает только в Вере. Он только с хэма, когда хэм убиваешь, тогда падает. Фу ты, мы 25-ку тогда не вынесем, да. Пока а что. Ты забей, ты пока мимика не убьешь, ты все равно итем сегодня получишь. Ну и алголона типа ты не получаешь. Да, но мимика хардмод. По квесту, короче, за диск там плащик, соки там, дух, СПД, да, должен... но там забей. Тех убить хранителей, ты алголона. Там плащ секс. Пока там помечтай. Какой бы там ни был плащ, да, мечтай пока. Шамик, ты стрим смотрел. Пока с этим похожу. Подожди. До лучших времен. Ну, ты понял? Я его уже поменял уже обратно, все. Ешьте все рыбу, рыба стоит. Мы просто, мы аккуратно, мы там особо не спешим, мы аккуратно проходим, чтобы, блядь, идем за танком, потому что мы в эти мобы, блядь, танка нахуй пинают в очко, блядь, он там падает. Его нужно, блядь, сейвить, с ним идти аккуратно, сбить большому мобу каста, забежать в эту комнату, все вместе желательно, чтобы, а то мы сейчас забежали очень хуево, мы должны одну пачку бежать, потому что он может сделать чардж, блядь, и заведиться, и это будет вайп. Я здесь. Самое главное, это... Шамик, когда тебе Макс скажет, я обратно поменял вам какого молодца. Все, потом, блядь. Ну его нахуй, да я рассказываю, блядь. Так, я на. Кто у нас? Столовка еще. Ну, я наверное, на столовку и со скином, что нам тэш. Или как? Его по-любому сложат, я думаю. Тут единственный танк топовый, это Мишка. Ему похуй на дисбалансирующий удар. Угу. И жирный. И ловит хорошо на всякие сапроты. Ну, как бы, мы, в принципе, вдвоем тоже справляемся. В ДПС, конечно. Ну, вы поймите, что в любом случае, то есть, два танка как минимум надо. Так и так. Да, по-любому. Так что, без вариантов. Даже если Мишка будет держать, это... Единственное, что можно сделать, это взять какого-то гибрида, типа ДКшного, и потом он свечница и ДПС будет наносить. Ну, типа, поменять стойку. Давайте, чек на готовность. Класс. Срез пришел? Да, я вот. Живот разговариваю. Заходите за ворота. Только мне нужно хприста баф. Я и кулак. Слава, отойди оттуда. Так-то все, ой. Спасибо. Арчи тут? Еще раз чек на готовность, пуля сейчас звоню. Арчи нет. Что за хуйня? В комнате? Что там? Ну, он вон сидит за комнатой, так бы можно было начать. А это рейндж сколько же? 10, да? Да. 8. Или 10. Тут можно и 10. Нет, берите больше, потому что он баганый. Берите больше. Просто я говорю, сейчас вот на фазе рядом нечаянно со мной стояла, и там и Венесса. Пропишите раньше тоже себе на всякий. А сколько у нас миликов, давайте посчитаем. Срез, я, столовка, это 3, Женек 4, отставил 5, дух 6, воет 7. Чек на готовность. 8. Егор 9 миликов. Пиздец. Это с двумя танками. Слышишь, а помнишь, мы говорили, надо по 2 типа хотя бы стать, а то будет шот. Егор. Да. Если по 3? Да. Блять.
Ну охуенно, у Егора интернет упал, пульнули, блядь, четко, блядь. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Нечаянно, ты вообще-то в комнату идешь, ты сейчас не успеешь, блядь. Берешь, Лёша, его. Следующего берет агонист. Агонист, берешь его. Отошли с квадрата. Вот это моба с квадрата, Лёша. Ушли с квадрата, а не к квадрату, блядь. Давай, право, направо. Убери моб, да нахуй. Идем тупо за срезом аккуратно. Пока срез в комнату не зайдет, мы не заходим. Давай. Черепа ушли. По правой стороне, да? Я сейчас все кучные бежу. Бери его и этого моба тоже. Келени. Да, иди, прислужник. Нечаянно уехала, заебись. Отверни срез. Кто моба проебал? Пробудители бьем. Вышли с черепа. Леша, у тебя взят МК? Да, конечно. У троих взято, я не вижу третьего. У меня тоже. Взяты. Келени, у тебя взят? Это лишнее? Лишнее, наверное, у меня тоже взял. Все хорошо. Ты меня застанило еще раз. Обновляю. Беру. Два стана дали. Этот щит не диспелится у этого моба? Нет. Клиф. А что делать, если... А. Макс, если в тебя чаржится, не заявись. Не-не, если туда он, ну, на выход, понял? Да, плюс-минус так же просто тогда стоял. Мощный удар. А нельзя рядом с ним стоять, чтобы он не чаржился? Он будет чаржиться. Он кливает, так опасно все. Просто нужно за спиной стоять. Пока склива вообще сбивается, пойдет туда к оброгу нам, чтобы станами забивается. Сейчас не сбивается. Даже застанет нельзя во время этого поста. Ну, Саня Тинлау вызывал каким-то образом. С блайндом только. А, прислужник. Так, у нас нечаянно нету, блядь. Где, блядь? Пробудителя все. Рома, блядь. Сразу забирай. Касс может. Этого сюда тоже. Он там может это прикол один делать. Убиваем прислужники наверх. Наверх идем. Только не бегите перед ебалом мобов, не бегите. Что они кливают. Молодца уже. Прикол. Так, дверь. Вася, поднимай Асмодея. Сразу забафали. Отошли.
Когда появится босс, нам шипошником туда отойти. Под трон, где он стоит, вот туда. А. Да-да-да. Надо ускоряться, 40 минут до Берсы. 40 минут? 40 секунд. Все, мы идем. Давайте быстрее. Пробудители, хуярим резко. Саня. Так, пробудить. С черепа пока. Кресте стоит. Ренджу набрали сразу. Не, 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 не забери. Спасибо. Ветер пробудитель, он хилится, блядь. Пробудителя надо добить. Еру! Сливайте все это говно, блядь. Еру. Ну, пробудитель еще под боссом, блядь. Милики стали под ногой, под левой, под прав. Арчи, внимательно. Да она не убивает. Смотри. Похуй стоим, да? Она последнего там, типа, линкуется, бывает. Обновляйте МК обязательно, быстро. Обновляй. Побежали. Меня убил. Садитесь по рейнджу. Наберите рейндж. БРС... А, у нас нету БР, нечаянно ушел. Значит, с этим делал сбалансирующим, убил после этой, после молнии прям. Молодец. У вас два моба. Еще один подвал, да? У нас ДПС не хватает, если честно. Так, так, понятно, что не хватает ДПС. Я не понимаю вообще, кто кто что делает, блядь. Так, алло. На полрейда бежит. И чё? А когда у нас весь рейд живо, у нас все ДПС, это как царь, да? Это лучше, чем, блядь, когда все мёртвые. Ну, линкуйся. Найс. Давай, короче, распределим просто по меткам, кто здесь стоять, чтобы стоял. Да это не помогает нихуя. Люди вылетают нахуй. Причем тут метки, блядь? Те повылетали, те вздыхают, хуй пойми от чего, блядь. Мне это начинает нахуй калить вообще, блядь. Ну, она, получается, вылетела, вот сейчас я видел, в Макса с мили зоны. Просто она вылетела... его последнего уебала. Не, она вылетела в Санька, а потом дошла до меня, и она в них ебала. А Санек рядом с мили зоной стал. Значит, она вели зону в кого-то, и от них поскакала. Так, наверное. Надо... знаете как, надо, наверное, мили зону тоже распределить в 4 угла. Похуй, в какую сторону вы бьете. Так. У меня 4 угла не хватает. В том-то и проблема. Ренжи не хватает. Да, не хватает. У него не такой крутой фрейм, как у драконов там и так далее. Ну, 3 угла тогда, 3, а остальные 3 человека хотя пускай покурят, нахуй, под стенкой, блядь.
треугольником. Ну да. Два танка и четыре топовых милика. И если кто-то будет вздыхать, они будут подключаться там после цепухи. Видите, эта хуйня, просто мы как встанем сейчас, и все, нажмем Геру и даже не будем с места двигаться. Если это эти молнии не ваншотают, типа. Ну они не ваншотают до поры до времени, блять, как бы. Там копится вот этот заряд на боссе, потом они начнут шотать, блять. Ну, главное вначале очень много урона слить, потом уже будем смотреть. Что, Телдрин нет? Починил интернет? Нечаянно тоже стрип починил там интернет. Просто считай, 9 миликов под боссом стоит, блять, и она цепухов в 9-го прилетает, да, блять, 30% убивает кого-то. Ну, она просто в 10 раз сильнее. Она 3000, блять, первая бьет. Типа, по двум целям она будет бить по одному по 3, а по второму 6. Ну и считай, сколько там, 10 стаков на боссе, это что, 150? Это будет, ну это не будет ваншот даже. Главное, чтобы по два человека стояли. Ну меня так и выщелкнуло, вот, не ваншот, но сечка прилетела, потом он дает свой удар дестабилизирующий, у меня падает деф, и... Да, потому что милики нарушают ренжу с танками, очко приходит. 6 топовых, точнее 4 топовых отобрать, 2 танка, сколько там, блядь? Это, блядь. Надо еще, чтобы ренжа точно в этих метках была. Три метки, где танки стоят, два, и треугольничком таким равносторонним. Вот два там и два там. Милишники, когда он это крутится и молнии, всю остальную хуйню делает. Не надо бегать, блядь. Стойте нахуй под ногами, под правой и под левой. Под левой ногой стою я, дох и артстайл. Там можно ренжу набрать, у него фрейм большой. Под правой пускай стоит, я не знаю, там Женек, Войд, кто там у нас еще есть из сильных. А рыба была? Телдрин. У нас людей нет. А где Телдрин? У него что-то с интернетом. Блять. Да вот хуй знает, минус одного тратить этого пидора вообще пиздец. Народ, а есть у кого, короче, в сумочке, может быть, завалялся лунный тюль, одну штуку? Один штук. Если есть, я посередине там. Так, нет, там нет? Ты говорил, на саппорт даешь, да? Раз я тут не дамажу. Есть смысл сейчас его брать, нет? Банки. Банки можно взять. Может, я подамажу? Может, кто-нибудь спикнется в хила, блядь, я хуй знает. Ладно, ни у кого нет, ничего страшного. Ну, спасибо. Арчи, а кого, блин? Могу в хила спекнуться. Некого спекать. Ну, Войд, могу вместо ретрика хилом. Типа в 2 хапала. Ну, в принципе, хуй знает. Хэприст есть, редру есть. Давай попробуем, чё бы нет. Просто Арчи-то тут вообще дохуя дает. Ну, ему заебись будет на ренже. Он стоит и накручивает ДПС, тут много бьет. Давай, Арчи, попробуем. В РДД, а ты это, в Элем, а будет ты в хила. Тебе там лететь не надо, ничего? Нет, он у меня первый. Первый, второй ретрики. Давайте рыбу кушаем. И эти пропиваем фласочки. Пацаны, может у кого завалялся чарка на щит? 20 или сколько там интеллект, короче, на щит есть у кого-то? Угавай только на локе, на это. Потом. Блять, как узнать? На щит у всех есть, это на интеллект у меня на луке, на пушку. Черните, пожалуйста, кто такого с собой. Ага. Какой рейндж у этой ебаной молнии, как узнать точно? Кому обмен там? Я сижу в лунный тюрь, вас прошу, а у меня есть. Да. Че, тискон или что? Прием, прием. А, Войд, не в комнате? Тут стоит. Войд тут будет. Блять, вылетела игра. Ну
Ну, мы просто раз по всей площади растянемся, между собой раньше наберем. Угу. И все будет нормально. Главное, после тебя ни в кого не отскочила. Типа. Так нет, ну, так, если мы отстреливаем. Столовкой, ладно. Женек. Я, артстайл, дух, это 4 миллика, а еще вар 5. Егор 6. Ну, значит, по 3 поделимся, блядь. 3 в одной метке, 3 в другой. 3 в квадрате, 3 в кресте. Типа, надо ждать Егора, блядь. Танки поставят его, будут стоять в черепе, а вы там, ну, между собой раньше от танков максимально ну, наберете по углам. Как бы приблизительно метки стоят и будете бить. Давайте возьмем вон какого-то лока 210-го, Некроникс, за место Теодрина. Ну что, в гильдию пишет, что ли? Никуда он не пишет, он просто есть. Он здесь тоже пишет, он... ГД, блядь, еще. Он десятый, блядь, он лок. Этого достаточно. Я говорю, он сейчас занят и забирает ОС. А. Вон я был в ЛФГ. Учувствичните меня, Сарчи, Пати, и можно столик маги. Бахните каски вопрос там. Конечно, менять там похуй, тотема все равно нет. У меня уже достаточно таких предметов. У нас, блядь, нету, блядь, короче, хосты, блядь, РДДшные. Все то, что приходится природу знает. Да, не критично. Так может Хант поставить ауру? Какой-то один. Ну это какой молодец, наверное. Шамик, ты не помнишь снова танк Рома же звать, да? А, понятно, ладно, забей. Смотрю, короче, убийство Торима, типа, ну как они на Лич Кинге, ну, в актуале убивали, они нахуй в этой комнате прям по центру по ловушкам хуярят, блин. Вообще похуй. Ну и тем не менее закрывали же, закрыли. Ну, так-то у них там не было же ни урон, ни хуя не выкручено. Ну, я и говорю, здесь пиздец выкрутили его, нахуй, жестко. Сколько они там статов набирали, посмотри, прежде чем... Да. Мне интересно, да, как я вообще каких-то дудиков с X4 смотрел, и то убили. Я вообще вахал, как мы. У него даже моделька другая, блядь, почему-то тут на видосе. Пугами ходил, они на Ури и кота не били. Я... Так лово, они нахуй все под одной стенкой стоят, блядь. Точно на актуале смотришь? Ну, 3.1 патч. А. 3.1.0. Ну так оф, это совсем другое, блядь. Они все под одной стенкой стоят, а хуй знает. На когда он спрыгнул уже, да? Да, да. Они его 4 минуты колупали, 4 минуты убили. Так расстановка там, понимаешь? Так они все куча стоят. Кучей что? Стоят, тебе же говорят, да. Блядь, расстановка. Под одной стенкой, блядь, какая расстановка. Кучей стоят, странно. Надо еще, может, на Вармейн зайти, может, на Вармейн что-нибудь есть прикольное. Не, ну а хули Вармейн, если, блядь, молния, она цепуха усиливается, на второй цели она на 100% больше. Вот по первой. Не, мне интересно узнать ее точный рейндж, как она прыгает. А, перекидывается. Да, мне вот это интересно узнать. Просто если это знать, мне кажется, можно нормально расставить рейд и не ебать музыков вообще. Ну это надо
чекать на этом. Да где-то должно быть написано. Вовхед надо чекать, цепная молния Торим. Вовхед. Так, значит, цепная молния, радиус действия. Интересно, она не кикает? Не может быть отражено. Нашел видос на Вовхеде. Походу 25-ка, тут какие-то русские челы с дискордом типа убивают. Сейчас посмотрим. Какое ядро у Сируса? Кто знает точно? По-моему, Дренор. А Дренор это что, семерка? Нет, семерка это легион. Это шестерка Дренор. Ну, 3700, 4300 это первоначальный дамаг, по идее. Вот. А вот как точно, это надо, блядь, где-то... Ну вот на видосе эти мобы вообще какие-то блоки, их просто бам-бам нету. Там прям шипы, их пытка убивать этих мобов, блядь. Шпыткой, нахуй. А, подожди, у мобов, короче, у пробудителей по 160к. А тут сколько пробудителей? Ты дохуя. Ну сколько, блядь? Не знаю, я, блядь, метаморфозу нажимаю, чтобы убить пробудителя. 300? 300, 320, ну в два раза, короче, больше. Слушайте, столовка и срез, а вы меняетесь, когда на дебаф на вас кидают? Ну, по идее, должны. Ну, должны или меняетесь? Защита. У Торима 14 лямов в 25-ке было, а тут сколько? 27 или 28. 38. Вот он стоит за типа ХМ мод 38. А, а вот что они бьют, я не могу понять, ХМ или не ХМ, блядь. Сейчас как ХМ или нормал? С какими-то бомжами вообще скачиваешь, блядь. На Дуркуле там тоже смешной весь. Так это Софы, блядь, видос. Это Софы. И Софа там была тоже, блядь, легкая. Просто интересно, как бы, ну... Нахуй, на всех на них админов Сируса нету. Ну, 12, пробуй 12, блядь, да и все. Может, он на 11 прыгает. 12 точно будет нормально. Че, еще не все? Че мы ждем? Келдрин. А я смотрю, блядь, с офы десятку видео, блядь, у моба, у этого каменного в конце, блядь, 130 хп, блядь, проверяю. Что-то думать, может, не мы можем так простоять еще очень долго. Ну вот я смотрю, они плюс-минус стоят, да, на РНЖ, только они держат между собой где-то, не знаю, примерно 8 метров, наверное, РНЖ. Там это, блядь, сделано просто так, в смысле, сказано РЛом, встать на рендж, а на какой там далеко, близко, там всем похуй. Они тыкнули в босса, он умер. Вот и вся тактика. Короче, нет. Слишком легко там, блядь, у них все это все убило. Он 5 минут райд длится, блядь. 5 минут, нахуй. 5 часов. Ну, ну что-то Сирус просто намудрили, походу. Вот так будет 10, у Торима 4 ляма хп, привет, блядь. А где, кстати, эта баба делась, Сиф, блядь? Она же там должна стоять. Она запускается, когда быстрее 3 минут тут проходишь коридор.
Ну да, она стоять должна, тут он прав. Ну, типа... Стоять просто так. Может, когда мобов пулем она появляется. Там говорит, Тори, мой повелитель, там, блядь. А Войл Дихт. Он что, стримит это все на YouTube, вот эту хуйню, что мы делаем? Кто? Войл Дихт, паладин. Войл Дихт, Войд Лайт, может быть? Войл Дихт, блядь. Не, я не стримлю, у меня просто записи. Он записи делает. Смотри, прикол. Сейчас линкую в этот общий чат. Сейчас. YouTube, Ctrl-C, Ctrl-V, на нахуй. Гильдию смотрите, людей смотрите. Ну, это запись, это же не стрим. Ну, запись. Стрим — это когда онлайн. А-а-а. Ты чё, блин? Тишина. Попутал. Попутал. Да, я на X2 еще начал записывать, когда дискон происходит, чтобы лут там вернуть, там всякую хуйню вот эту, на форум кидать видео. Не, память типа будет, сейчас помню, посмотрю. Да, можно зайти посмотреть, блять, как там траяли боссов. Первые киллы там. А тебя слышу, ты был с нами, когда Фанзера нахуй на лече кинул бов в танка, и мы вайпнулись? Это где? В какой гильдии? Ну, блядь, в Люжинах. Может, и был, я уже не помню. Мы еще не убивали лича, мы только его, блядь, траили. Нахуй. Дальний Восток, да, там был? Какой нахуй Дальний Восток? Ну, блядь? В смысле, там два рейда было, один вечерний, один Дальний Восток. Ты же с нами ходил только, по-моему, в дневном. Я и в том, и в том ходил. А, в Остатика ходил. Да был, наверное. Не, я посмотрел на этот прикол еще раз, если у тебя видос остался. Да кого хуй найдешь? Там подписана просто дата и все. Так-то хуй найдешь. Там этих плейлистов, блядь, пиздец. А кто-то зашел, кстати, места, вон Ефарина. А что, можно траить, да? Ефарина вместо Телдрина. Прием. Дашник, это хорошо. Ты можешь не разговаривать, пацаны телепатически общаются, но. Так, что все тут? Давайте чек на присутствие. Кирюха вылетел. Там что-то с Арчи случилось, смотри, блять, он дрыгается. Кирюха вылетел. Да. Ну или что там у него? Он даже не в дисе, да? Мне показывают, что Арчи 215, блин. Ну да. Арчи, ты 215, что ли? Да, да. Два кольца 26. Блять, поди, наши военные на Украину напали, нахуй. Что? Ну не на Кирюху. Сам нападет, блять. Войска стягивают, ебать. Границы. Чтобы задушить, да? Хуй знает, что они тут планируют. Давайте на прибавчики обновили всю хуйню. Давайте мне покажем. Давайте, не богу, соберитесь. Ну серьезно, ну сидеть на этой залупе уже клинит. Серьезно, ну соберите, блять, волю в кулак. Вы можете, что надеюсь, блять, покажите лучшую свою игру, блять. Каску на вар. Кулак собрать. Нормально? Каску просто давайте вместо этого Телдрина. Кто там может? Ой, нахуй долбоёб с пулей, блядь. Просто танк отверни, просто отверни. А, всё.
Это шамик, нахуй. Шамик. Да, чё за хуйня? Еще раз, что ли? Вы чё? Ну, Срез, она хуйня этого пинал, блядь, туда. Чтобы все сдохли все, блядь. Ну, в прямом, а в чем блядь проблема пойти, если он спулил, не? Он спулил, он же не босса спулил, он змею ебану спулил, сдох и все нахуй. О, боже мой. А где эвейт зона? Упай, дайте теперь, блядь, ебать. Он эвейта нету, да? Прикольно. Нету, походу, нихуя у него. Это не босс, это моба ебаные. Плюс ЕП, все. Умрите, умрите. Срез, отвернись, ёпта, ну шо ты? Маленький. А, понял, понял, понял. Это шамик был, да? Че-то пет луковский там. Блядь. Это шамик, это его. Ну, шамик отлетел первый. Ну. Я его подумал, во все поля. Шамик, типа, давай голды за починку. Я считаю, что можно было каски в бою дать и уже пулять. Че вы, блядь, заступили? Так все тут или нет? Все уверен? Тут были, да. Бежим, пропиваем фласки, ребафаемся еще разочек. У меня есть сопрот, я выпил. Аккуратно мне это, не пульте. Что они стоят по-ебански пиздец. Они змеюку нашли в коридоре. Откайсили как смогли, чё ты сразу? Пейте все сопроты. Егор. А, Егора нету, рыбина. Давайте кушайте рыбу. Главное, они всех более-менее боссов нормально сделали. Хотя, конечно, все равно переапаны. Но вот с этим боссом они, конечно, просто закосячили все подряд. Ну, подойдите, вот где я прыгаю. Нормально. Сюда сразу все в комнату бахнули, заходите. Рыбу ешьте, раздавайте каска, лапа, пристабаф, вся хуйня. Проверяйте бафы. Кому что-то не хватает, пишите. Ну, МП-5 помогает мне, например. Водомира нет. А-а-а. Так, что у нас по миликам теперь получается? Дох, Артстайл, Женек, я и Ивар. У нас всего получается 5 миликов и 2 танка. Так, давайте тогда, смотрите. Дох, Артстайл, Женек. Вы стоите в левой ноге, я... Какой-то вар вот этот, как там у тебя ник читается? Пич. 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 И... А смотри, ты в миле будешь стоять? Нахуя? Я думаю, не стоит. И я с Пичем в правой ноге. И похуй, босс крутится, не крутится. Вы стоите в метке и бьете. Въебало, не въебало, блять, похуй. Просто стоите и бьете его, блять. Рендж не нарушать, блять. Че, все бафы на месте? Давайте чекаем на готовность. Там все жирные, дох, Женек, столу, этот, Артстайл, блядь, у них у всех почти по 30 хп. Женек, ты если видишь, у тебя шатает, блядь, молния, нахуй, там можно зеленку нажать или не зыбку, блядь. Давайте, погнали. Готовность. С другой стороны, Сань, с другой стороны пульни, со стороны печеньки как-то вот так обойди, чтобы она сразу, не... блядь, не повернулась. Не дыхнул, блядь. Пулять его тогда. Арчи тогда с ТТМ от сил природы и Фарина на каст. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас! Тварь, точно так же первого берет Лёша, потом Аганис, потом Келени. Давайте, без команды, блядь, взяли, нахуй все и держим. Ты же об этого не говорил, блядь.
срочно остановить! Че он не бежит, где он? Все, Леша взял. Следующего берет агонист. Левая нога, блядь, Женек, это левая нога, нахуй. Нахуй тебе метка, блядь. А, стойте, 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 не бегите, стойте, стойте. Сейчас пройдет. Все, побежаем. Левая нога, по это по будет. За срезом. Пробудителя играть. Левой, сейчас на левую, налево. Сбиваю. На правую сейчас, аккуратно, аккуратно. Вот после этой на правую. Забегайте в комнату и в прислужника играйте. Встаньте сюда, к правой там, не знаю, ну, к правой стенке. Ушли от трусов. Он завейдился, блядь. Я хуй знаю, что с ним делать. Он, наверное, сейчас к пацанам в комнату он увидит. На Арчи, наверное, побежал опять, блядь. Арчи, принимаю его. Тварь. Бери завоевателя нового. Побежал. Бай. Так, сколько у нас мобов? Два? Да. Келени, твой последний остался. Только выходит, сразу в него хуяришь. Пробудителя хуярим. Пробудителей. Чарджер сбивается. Да, груз там, ушли от луны, ушли от луны. Пробудителя, пробудить. Гриф. Ну, сейчас не дался. Саня сказал то, что там анимация, типа, у него просто бага. Он типа сбивается. Я так понял, что... Как он называется-то? Нужно именно во фрейм. Вот сейчас потом, работает. Потом. На последних половине секунды. Там, блядь, Кирюху поднимите, блядь, плохо пиздец. Этому второму, уже второго надо бить. Забирай второго. Отъебало вот этих, отойдите, они клевые. Берите третьего. Есть третий моб, нет? Да, есть, но я взял. Все, это убиваем нахуй. А, все, бери прислужника, срез, да, поднимайся потихоньку за тобой. Эфорина, встанешь сам? Да не трогай их мобов. Все, побежали. Захил сразу быстро Эфорину, баф ему дали. Двери все, да? Васек, подымай долго. Забафали Антона сразу. Бафы дадите, нет? Подогу, каску, кулак, пристабаф, лапу, всю хуйню. Мишаня, не умирай. Прохил. Заиграем попробудить. Сейчас бежим по стене. От трусов, отходи. Уведи туда у моба, нахуй ты туда им пошел, чтоб он сдох. Так, это, ебучая, там, треугольник, блядь. Мобов быстро заливаем. Вы за МКшили, да? О, два, три молота, все. Рендж набрали, стали, как сказал. Пич в квад, в крест, Женек, артстайл, дох в квадрат.
Саня, может, чуть вперед пойдешь? Геру дали. Моба того за этот контроль. Столовка, ты же вроде должен. Следите за дебафом, блять. Танки, говорю вам. Хорош, блять, нахуй. Столовка, встань. Это я сказал, держите раньше, вы подошли мобами под нас. Ебать, спасибо, пацаны. Вот это охуенная идея, блядь. Уйдите ими нахуй под стену этими мобами ебаными, блядь. Забирай. МК взяли, ушли ими нахуй под стенку. Только не друг к другу, чтобы отсюда цепная пролетела. Рендж держите между всеми. Артстайл, Женек этот, разделите, чтобы вы не стояли пачкой все. Луна. Вот так. ШП, агонист, потом сменишь чуть-чуть позицию свою. Куда? Ну, обновляйте ближе. МК, потом... Все, быстрее, обновляй. Быстрее, МК, на нем дебафы, эти, бафы появляются. Обновил, ушел. Забирай. Бьем, 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 бьем. Прожался. Убрал. Ладно, я уже прожался. Обновляем ка быстрей. Ну быстрей, блять, ну ебаный рот, ну на нем же дебаф появляется, блять, точнее баф. Чей завоеватель? Мой, я промазал. Ушел. Срез, следите за дебафами. Когда он ломает на 200 броню, меняйтесь. Собирай. Кто там достает? Дайте срез по танкам, блядь. Столовки по срезу хуйня. Обновляем ка быстрей. И ушел. Асмодей, дай по столовке. ЭКД. Шамик, дай, блядь, по срезу. Я не достаю. МК, МК, быстрее, ушел им. Столовка, смотри, как на Лохтибе. Видишь, что пизда, забирай. То же самое срез. Обновляй МК, быстрее. Так, собрал. Забафали среза сразу, блядь. Подняли по хп каска, в него пристабаф лапа. Смотрите за дебафами, я вас прошу, блядь. Блядь, столовка съехал, нахуй. Столовку БР, быстро. Срез, прожмись. Быстро столовку БР. Я СС срезу дам. Было бы чем БР. Давай, забафали столовку, захилили его быстро. Обновляем МК, быстро, 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 ребята, надо сделать за секунду. Меня молния снесло. Срез, у меня нету таун. Приз забери. Все, все, все нормально. Маба нет. Не, не, маба бегает. Пиздец. Заберите другой приз кто-нибудь. А, все, 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 это конец. Я не пойму, как мы его, блядь, тогда до миллиона довели, блядь? Каким нахуй образом? Сейчас просто такая хуйня происходит, что просто пиздец, блядь. Хуево куча. А, короче, вот... Типа с мобами просто не проебаться, блять, и мы убиваем. Да, вот сейчас не проебаться. Это видишь, 14 стаков, это все, это пизда. ДПС-а 0 нахуй. Мне вот интересно. Да, моба вот... выбежали с МК, все, они убили. Просто он бафнулся сильно, он все убил. Надо разобраться, что с мобами сначала. Может, все-таки, слышите, может не 3 моба брать, ну его нахуй. Да может... не, это заебись, ты че, там такой ДПС. Так смотри, так заебись, они с контроля выходят, босс быстрее бьет, вот что заебись. Ну а когда будет 2, они с контроля не будут выходить? Они будут выходить, но у босса это не будет 60% хоста, у него будет 40%. Или не бывает 60% хоста, они втроем не выходят с МК. Вы порой бываете, мажете МК, у вас есть шмот на меткость, чтобы это... У нас все, кто, все, кто держит МК, это все 3 ШП. А, вот так. Ну, чтобы нет, да, это... да, у меня фул меткости, как бы я. Вы в 11 играете на ШП. Там 11 знаю, на ШП. Нет, у меня перекат меткости, я вот сейчас промазал МКшкой. А, да? Ну, конечно. Ну, МК сколько сильно? Дебафа нету, поэтому, блядь, он все равно может промазать. Да, они же не вешают на него дебаф.
Ну, типа, ты, ну, спам кнопку МК там промазал в следующий раз. Ну, типа, слинер next. Ну, все понятно. Ну, давай, давайте реально два моба. Это ничего не даст. Это хуйня, три, вот, это как бы. Просто нужно не поебать МК и все, блин. Просто моба, когда МКшите своего первого, сразу же его в фокус берите, и когда он, блядь, начинает убегать, ну, вот, каст заканчивается, МК, вы кликаете как ненормальный по таргету, и все, он берется в таргет, ну, и МК. Не знаю, я просто бомбу отвожу от рейда всегда, ну, когда... Че дох пишет, что, блядь, вы от мобами этот стоите, хуй знает где, и на них баф не вешается на рейд. Ну, кстати, даже, да, ну... не на всех баф висел, кстати, да. Ну, а вот если да, их туда ставить, тут цепуха по ним полетит, блядь. Конечно, ну, надо просто им ставить, стоять так, не в мелизоне. Ну имеется в виду, не прям, под, блядь, под боссом, нахуй. Вы просто смотрите на пристах, у вас заканчивается МК, вы его ведите к себе, опять же, чтобы у вас было время. Я так и делаю, так и делаю. Ну, вот. Это ты делаешь, а остальные присты так делают? Ну, да, вроде да. Не, ну я смотрел, так там, должно быть. Рядом с собой у него... заканчивается. ДПС вообще, вообще нету ДПСа, блять. Это как будто без, блядь, мы без бафа нахуй били. А мобом-то босса мы бьем или нет? Не надо им бить. Вы если нет. В мелизону подходите, цепная подходит. Бить а, не так. Надо. Ну все, не, тогда не, мы не, стены вот. Держим. Если ты будешь держать его возле стены, дебаф будет. Это баф будет вести только на тех людях, кто рядом с тобой стоит. Он должен быть на всем рейде. А дистанция сколько у этого бафа? Ну, наверное, как у всех, но я так думаю, если ты там стоишь за трусами, если я буду стоять здесь возле входа, до меня точно доставать не будет. РДДшники, давайте тогда так. РДДшники стоят максимально, блядь, широко, чтобы люди, кто держит моба в контроле, могли подойти к мелизоне, но не прям под ноги. Чтобы дебаф был на всех, потому что в прошлый раз, блядь, ДПС было намного больше, блядь. Кирюх, нам получается тогда стоять где-то между РДДшниками, ну... по кругу это в не в центре. Ну а тут этого центрального круга где-то да, там 10-12 метров от него. Да, ага. А дистанция сколько, чтоб молния не шандарахнула? Вроде сказали 10 или 12. Ставь 12, не ошибешься. Если мобами прям туда в пиздец уйти, они походу не достают. Все готовы, заходим, бля. То есть один ДДшник где-то у стены, второй там. Женя, да? Женя, проснись, Женя. Женёк! Женёк! Поехали. У меня когда 10... СС по танкам, блядь. Столовки там. Давай, столовки. У меня 10 минут когда-то, что я не скоро, да? Прибежишь, зарядишь камень. Понял, да, Макс, у меня с комнаты? Ну да. Все, пошли в комнату. Короче, смотри, столовка, срез. Будете тогда держать в черепе. Ну, грубо говоря. Угу. Там чуть-чуть, может быть, вот сюда правее столовка. Вот так, где я стою. А те, кто будут МК держать, старайтесь вот тут вот со стороны Луны и креста, блядь, где-то тут мобами своими парковаться. Потому что мы миликами станем здесь крест и со стороны и квадрат. Пробудители, играем быстро. Тикните кассу. Так, ну, по правой стороне можно идти. Интересно, давай. Заходим в комнату сначала, моба не прислужник. Отворачивает нас. Лёша взял. Беру. Лёша, не надо там бегать, блядь. Встань лучше в серединку пока. Пробудителя первым, пробудителя. Что
Слава, иди к нам, встань пока. Что ты? Миша, да, встань сюда. Ой, Миша, воет, Слава. На да тебя агрится. Молот не летает, блядь. Он же снижает каст. Да не хуй с ним, с тем молотом. У вас тут хило 80 штук. Так, где мум? Бери быстрей. Обоих взять. Все. Три моба есть, всех остальных хуярим. Говорите, кто, у кого закончился МК, блядь, не бейте, блядь. Все, этого пиздим. Это отображает один их три. У меня три висит. А МК кончается, сейчас обновлю. На вот этом или это бить? Вот-вот бежит, я его сейчас обновлю. Опять нечаянно сдох. Так как вы там, блядь, сдыхаете, ебать? Такая... Понимаете, что потеря одного бойца, это нахуй критично, блядь. Кончается, под боссу отвожу. Обновляйте. Почему, сука, блядь, два ханта, вара, не знаю, проблема? Хуй его, блядь. Побежали на них. Иди на них. Что значит два ханта, вара? Два ханта, вара. Косты могут сука. Потеря одного ДДшника, это, блядь, минус 2 ляма нахуй урона, блядь, да пизда. Долго там еще? 8%. Пробудите. Это не могу вообще выбрать его, они меня станет и выкидывают. Они в вейде, падайте. Кончается, отвожу под босс. Да все, падайте, умирайте, какие мне хуй обновлять? Найс, он в вейд ушел, конечно, блять. Постоянно так делают. Вы просто пройдите и на дальнюю сторону выйдите. Тогда блядь, я не знаю, почему мы ходили в комнату, мы просто их убивали без всякой хуйни, блядь. Зашли в середину, разъебали, убили большого, поднялись наверх, вместе с большим разъебали и все, блядь. Все десятку нашу вспоминаешь, что ли? Убивали все на элементарно. Убьем этих во второй комнате. Да и их это не надо, это что, мы их будем бить, мы столько времени проебем, типа, лоу. Это, их просто нужно да отвернуть, все. Да не быстро, нет. Там, мы же так пробовали тогда. Это просто время утеряем. Смысла нету, типа, эти мобы ничего не делают. И просто мы потом просто убегаем и все. Какие, которые прокидывают? Ну и да. Эти маленькие, которые. Да, да. Ну, хуй знает. Они. Их не надо бить вообще. Ну, и в смысле, я имею в виду после большого, как мы большого убили, идем к второму, и там вот три моба, их не надо вообще бить. Типа, нам нужно быстро большого убить и убежать уже. Да, пробудитель Кару кастанул нечаянно как. Ну, так, может, каст его не сбил никто. Он просто начал его бить раньше всех. Mm-hmm. Он на него согрелся и кастанул. Ну, он ударил его так и кастанул. Самое крутое, это в овцу этого пробудителя превращать, с двух, четырех сливать вот этих в коридоре по два. Мог циклон ему дать, наверное, просто. И выжить, блядь. Да, вообще, в принципе, много причин, почему он отлетел. Типа, шаг назад мог сделать, ему просто сквозь стену не закастил. Не факт, они там вообще кастуют. Да, он сквозь стену кастует, если что. Ну, я хз, как-то же он его сагрил. Просто не бегите, пересрезывайся. Ну типа да, вот мы вот этих вот мобов прошли, там два моба. Вы одного сливаете, потом я прыгаю на следующего такого. Давай чекайте рыбку, и все время не так много уже осталось. Он из него сейчас убить. Кому сопрод, давайте обмен. Паски там про Петику закончились.